Да, это грелочка. Белый газ, как называется. Еще может на бензине, на дизеле работать. Ну и на газу. Шумит, правда? Ну, ничего. Ужин. Салат. Каша. Рыба копченая. Палатка стоит. Трак запарковался. Такой совсем маленький парк. На 15 мест. Так вот, по кругу, и все. Немного людей. Вот среди вот таких деревьев. Это Пендер остров. А, еще что классно. О, босиком здесь ходим. Так приятно. Немного иголочки покалывают. Ну, тут вообще земля теплая. Стекол нет. Чуть-чуть камешки есть даже. Ну, приятно так. Очень здорово. Да. Ну, кемпинг. Все как обычно. Палатка. И тут душ. Точнее, палатка, душ. Все очень просто. Конструкция на четырех вот таких вот железячках. Обычный замочек. Открываем. И вот так вот принимаем душ. Все, поехал. Можно регулировать напор. И как раз сколько нужно, столько использовать. Есть даже фонарик ночью, если. Тут отсюда все видно, но можно закрывать. Вот так вот. Сейчас мы открыли, чтобы просохло. Очень удобно. В любом месте можно быть чистым. Там можно вешать полотенчики. И все. Такое простое оборудование. Но очень комфортно. Да, уже выпили кофе с круассаном. А это вот черная салфетка. Никогда не видел. Это прямо рядом с кемпингом. Пешком сюда можно дойти. Очень классное место. Можно внутри сидеть, можно снаружи. Там всякая живность, сейчас подойду, поснимаю. Что это за странные такие кричат у нас? Почему вы мохнатые? Никогда не видел настолько мохнатых. Это они еще тинейджеры. А он двое делают подкоп.
попробую. Ты еще палец откусят. А кто тут подкоп делает? А что вы нашли? Ух, сейчас вкусить. Ух, какая у тебя причесочка. Да ты что? Ну ладно, пойду дальше. Можно весь день так провести с ними. О, тут еще есть кроль. Ну, он поспокойней. Уши чистит. Большой, жирный. О, здесь уже никого нет. Наверное, съели. Да, интересное место. Вот посетители приехали в кафе. О, какие вы классные. Вот это да. Мы видели их на пароме, когда ехали сюда. Молодцы. Ждут хозяина. Да, ну Мерседес, конечно. Не знаю, каких годов. Ну, зачетный. Ну, вот такие важные. Вот это место. Вот получается кафетерий. А здесь сделали кемпинг. Поставили разные домики. Эстримы. Вот такие вагончики. Похожие, как у нас. И их сдают. Тут он даже массаж есть. Фига себе. Ну, красиво выглядит. И там дальше наверху тоже больше вагончиков. Наверное, мест 12. Отличное место. Идем дальше. О, приехали на фермерский рынок. Там запарковались. Тут целая куча всяких беседочек. Это возле какого-то вот комьюнити-центра или что-то такое. Что интересно? У них сразу стоит огромный генератор. Газовый баллон тоже нереально большой. Может быть, кстати, он на газу и работает. Ну еще тоже походу на всякий случай сделали дополнительно себе солнечную систему. Я уже посчитал. Получается 14 панелей
каждая, ну, вот по 20, как минимум, по 200, как минимум. Все нормально так зарядился. И у него там целая куча холодильников стоит. Он свободно может, наверное, от них все запитывать. Кстати, какие-то кондиционеры тоже стоят. Кстати, тоже могут запитывать солнечных панелей. Такое интересное место. А это, походу, сделали такое вот, чтобы могли на возиках заезжать. Ну, точнее, на инвалидных колясках. Вот тебе и остров. Тут они не сильно надеются на электричество извне. Кстати, вон еще комьюнити холл. У них еще там солнечная система, просто жесть. Он будет посчитать, сколько. Наверное, еще и соседним домам дают. О, наши сегодняшние покупки. Еще теплый хлеб с кислого теста. Две баночки меда местного. Разные виды. Какие-то лепешечки тоже местные. И большие сливы. Сейчас будем жарты. Там уже видно Сатурна остров. Такие сельские дороги. Машин мало. По краям растет ажина или блэкбери. Сейчас видно сильный-сильный отлив. Гуляем дальше. Частенько можно срезать вот такими тропинками лесными, чтобы не вдоль дороги идти, а вот так. Еще один кофе в центральном маркете. Ну, очень классно. Комфортно так сидеть в тенечку. Тишина, спокойствие. Приехали в еще один парк на самом юге Пендер острова. Какой-то whale trail. Походу вот этих касаточек должно быть видно. Да, ничего так. Зачетное место. Да, можно тут и подзадержаться чуть-чуть. Посмотреть, тут какие-то китики приплывут.
Какая тропинка вдоль океана. Там вот видно холм на Сатурна остров. А мы сейчас на Пендер остров. Ну и мы смотрим, вот это все уже Соединенные Штаты, острова. Вашингтон, штат. Интересно, прям видно, такие разные течения идут. То ли прилив, то ли отлив. Там наш Ванкувер остров. Да, снова едим салат классный с авокадо, капустой, помидорчики, там еще какая-то зелень, это лепешки, которые купили на феймерском рынке. Вот две рыбы, не помню, как называется, ну короче, одна в томате, одна типа в оливье. Вот все в том же самом сквере городском, почти 5 часов. Как раз время перекусить. Дилершип Тойоты. RAV4 Tacoma Тундра. Ладно. Национальный парк. Тут вообще самые классные цены. О, 12.75 или 7.25 вне сезона. Молодцы. Ну, типа все занято. Вот карта. Но есть места для палаток. То есть можно с палатками прийти и тут понаставить. Пойдем посмотрим. Типа все места заняты, но они хитро придумали. Вон написали, можно еще поставить палаточки возле вот этих вот значков оранжевых. А еще классно. Есть вот такие ящички для еды. Вот. То есть, чтобы животные не жерло все. Такая хитрая штука. Руку засовываешь и можно открыть. И все металлом сделано. Даже медведи не смогут открыть. Вот так защищается. Ну и океан. Да, ну это получается север Пендера остров. Он, кстати, паром, на котором мы сюда приплыли. Вот тут, который слева. Он, кстати, даже в Ванкувер может плавать. Ну, сейчас обслуживает наши маленькие острова. Вот оттуда мы приплыли. И там будет порт. Там, получается, кемпинг, ну там все палаточки поставили. А парковка наверху. То есть нужно в руках все нести. Ну, там, кстати, паром плывет с Ванкувера. Ну, тот намного больше.
сделал такие листочки желтые. Падают с вечно зеленых вот таких вот деревьев. Вот они. У кого вот кора вот так облазит. И сразу же высыхают. И тут же новые зеленые растут. И зимой, и летом зеленые. Такой обрыв. Можно так неплохо покатиться. Поднялись 100 метров над уровнем океана. Вот тут мы были. Вот тут как-то прошли. Не знаю, почему нет тропинки. В итоге поднялись вот сюда. Сейчас, наверное, вокруг озера пройдемся. Идем вокруг озера. Вон там внизу. Вот так выглядит Rainforest. На Ванкувер острове, на Пендер, на всех других маленьких островах в этом районе. Заросло озеро. Слегка. Еще одно озеро. Верхнее озеро. Вот отсюда вода стекает через вот там мостик, вот и другое озеро. Еще особенность этого острова. Целая куча крапивы. Маленькая жабка. Это вообще очень маленькая. Кто тут у нас такой? Прячется. Ладно. Не буду приставать. Классно сделали. Прям заход в воду. Вот оно озеро, вокруг которого мы идем. Ну, по краям подросло чуть-чуть, а в середине отлично. Можно и плавать. Бобер постарался. Во! Получается мостик. Тут уже все, речка высохла. Это с озера как раз течет. А он тут наложил как раз. И все. Ждет, пока затопит. Вот такую красоту себе сделал. What kind is it?
You want a better back?